Я вас приветствую, друзья. Я стою тут за камерой рядом. Я вот хочу вам показать вот это вот все. Это то, что вы видите. Это мой рабочий верстак. Поняли? Сегодня я вам буду рассказывать, как я оборудую свой рабочий верстак. Верстак кинооператора. Представляете, это мой ноутбук, как вы поняли. Ноутбуки все знают. А вот это вот ерундушки. Я вам объясню, что это такое. Окей? Сейчас, через несколько секунд, мы приступим к изучению вот этой всей мудии. Начинаем, друзья! Но прежде чем я начну вам это показывать все, я принесу свои покаяния моим бывшим начальникам Юрию Яковлевичу и Сергею Владимировичу. Сергей Владимирович, я тебе не показываю мои слезы, но ты видишь, можешь определить, до какой степени они льются. Короче, украл я у тебя, Владимирович, вот эти железяки, представляешь? Но это, я прошу, конечно, прощения не только у Юрия Яковлевича и у тебя, еще и Владимира Владимировича Путина. Вот такой вор российский. Украл на производстве металл, чтобы сделать для личных целей кое-какие изделия. Вот так мы живем, друзья. В советское время так жили и сейчас живем. Но теперь я начну вам показывать, для чего я спер у Владимировича, моего лучшего начальника, который у меня был за последние годы, это железо. Хотя кое о чем я у него спрашивал. Ну, неважно, главное, я спер. В 1939 году меня можно было расстрелять спокойно, без всякого, без всяких разговоров. Итак, друзья, вот, смотрите, это камера, да? Вы видите камеру. Снимаю я другое, это у меня поменьше. Вот. А для того, чтобы я хорошо снимал, понимаете, мне нужны разные штативчики. Вот основание. Я сделал, нашел кусочек вот этого красивого материала и вот эту железячку. Это были огрызки, там валялись. Клянусь, Владимирович, это были огрызки. Вот. Я, значит, взял это все, вот там вот винтик скрутил. Здесь резьба на 8. И вот, к примеру, я беру вот так, смотри. Включаю вот этот вот. Здесь резьба на 8. Здесь американская, ну, по-нашему, 6 с копейками. Вот, я закручиваю. Видишь? Вот, я закручиваю. Закрутил. Оп! Теперь я беру камеру вот так. Вот здесь вот тоже вот. О! Бац! Я прикручиваю, вот так, аккуратно, прикручиваю, блин, я прикручиваю, прикручиваю, все, я прикрутил, о, видите, что получилось, это я, значит, делаю для того, чтобы, вот сейчас я вам, друзья, покажу, извините, что я так непонятно показываю, но я покажу, это вот для того, чтобы я подвел сюда вот, поставил здесь на уровне. У меня все отрегулировано тут, и я снимаю с этого экрана. Поняли? Вот, друзья. Теперь, друзья, я покажу следующее. Следующее у нас мы это откручиваем. Все по порядку. Не спеша. Спешка, сами знаете, где нужна. Не буду напоминать. Однако народная мудрость всегда верна. Это открутили. Включили вот это вот. Видели? Это, друзья, тоже так же, для таких же целей, но
Это на другом уровне, понимаете? Надо для другого уровня. А вот это вот... Друзья, посмотрите сюда внимательно. Вот она какая хитрая. Видите? Вот, значит, это я сюда закручиваю. Я закрутил, не спеша. Однако... Бац! Тщательно закрутил. Вы все видели, что я закрутил? Видели. Теперь я беру камеру, вот так ставлю вот в эту дырочку опять. Закрутил. Тщательно вот так закрутил. Все. А вот это вот, вот у меня вот тут гайка снизу, вы видите, вот. Вот она. Она, это я, чтобы вот так вертеть, в таком положении, друзья. А вот этот тут барашек, вот барашек. Давайте мы вот так поставим, чтобы вам видно было, вот, друзья, я вот здесь еще там гаечка у меня, вот, я ее не поставил, вот шайбочка специальная. Вот это мы откручиваем, и вот так вот поворачиваем, как хотим. Бац, поставили так камеру, будем птичек на небе снимать. А вот так, если поставим, мы будем разных ползающих мандавошечек снимать. Жаль, что я не нашел... Еще одну вот такую поверташку я нашел в мусорке на предприятии. Там она вот красивая такая, вот видите, вот она хитрая. Я ее почистил, подраил. А если бы я еще одну похожую нашел, я бы еще сделал, чтобы у меня и вот так вращалось. Не только так, бац-бац, но еще и вот так. И вот, друзья, значит, вот эти вот все прибабахи я делаю, усовершенствуя свою студию Marcow Browsers. Ну, а теперь я поверну камеру на себя. Можно? Сейчас мы отрегулируем. Вот так на себя. Это у меня тут стандартный штатив. И теперь вы посмотрите на мою бесстыжую морду. Владимир, видишь, я каюсь. Слезы я вытер. Друзья, я сегодня посмотрел отчет, то есть ваши эти комментарии к одному моему ролику. И там один, я пожаловался, расплакался так-то. Говорю, что-то у меня отписка пошла подписчикам. И один мне умный человек, у него... Фамилия такая хорошая, вот не поверите, Кулибин, сказал, отписываются у тебя и будут отписываться, потому что я фигню всякую показываю. Ну, друзья, ну я не умею другого ничего показывать, я такую вот фигню и могу показывать. Ну ладно, я не буду, потому что у меня вот одна подруга Оксана, я смотрел ее ролик целых 16 минут. Она меня убедила, пускай отписывается. У всех так бывает, не только у меня. Поэтому я и не огорчаюсь. Она мне тоже так сказала. Не огорчаться. А придут хорошие времена, и опять попрут подписчики. Придут те, которые мою билиберду, как сказал Кулибин, любят. Которым нравится. А второй мне сказал, он хороший такой человек. А, кстати, простите меня... Но я своего друга Кулибина взял, заблокировал. Но ему не нравится. А зачем он должен смотреть то, что не нравится? А? Хе-хе. Я подумал, не буду я его... Ой, друзья, а вот я вас прошу. Я-то не знаю устройство самого канала, как это все устроено. Вот, к примеру, мне может кто-нибудь ответить из вас? Вот, допустим, я заблокировал человека. И что он? Он может зайти на мой канал или... Но я так предполагаю, что он не может писать. А на канал-то заходить он может, да? Но это мои личные предположения. Я думаю, друзья, вы мне объясните, кто сможет. Ладно. Я же учусь. Итак, вот я свои рукоизделия буду вам показывать. По возможности.
Вот может кто-нибудь тоже, кто-нибудь захочет вот такой, этот самый, штативчик сделать, представляете? Ну что, вдруг он ему понадобится? Вот объясняю, для чего вот это вот так. Это вот тяжеленькое, а это легкое, но это площадь опоры, понимаете? Чтобы больше, ой, это вот это не закрутилось. Площадь была, понимаете, опоры, чтобы вот стояла вот так и с трудом падала, понимаете? Ну под весом я так рассчитал, что вот этой площади, вот этого диаметра хватает на обе мои камеры. Вторая у меня побольше немного. Ну, все, друзья, на сегодня хватит. Я вам показал, может, для кого-то что-то и полезное, для кого-то билиберда, для кого-то да, не билиберда. Что поделаешь, если я такой билибердовый человек? А ведь в каждой билиберде тоже бывает что-то полезное, правильно? Ну все, друзья, у меня время заканчивается. Да и показал я, собственно, то, что хотел. И наплакался во от души перед вами. И вы меня поймете. Значит так, друзья, если кто-то еще не подписался на мой канал, не подписывайтесь. Ну нафига вам билиберда нужна? Я сейчас нашел одну другую вещь. Я канал. Я пока его осваиваю, представляете, там вроде что-то наклевывается. Так что канал для меня будет не особо важный. Можете не подписываться, можете лайки. Мне это самое не ставить. Я уже за этим не гоняюсь. Вышел из этого возраста. Да и какого черта за какую-то билиберду ставить лайки? Ну это же. Это же. Нельзя. Все, спасибо за внимание.